тысячи маленьких китайцев и их крошечные руки почти достроили самый большой телескоп на Земле. Гигантский 500-метровый телескоп получил название FAST и практически в два раза больше по размерам самого большого в настоящий момент радиотелескопа того же типа, расположенного в Пуэрто-Рико. Итак, из чего же состоит этот гигантский китайский телескоп? Представьте себе 460 тысяч отражающих зеркал. Они будут отражать радиосигналы Вселенной на 30-тонную антенну, которая и поможет всему человечеству ответить на самые сокровенные галактические секретики. Этот проект стоимостью 184 миллиона долларов предположительно должны ввести в эксплуатацию в сентябре этого года, после 5 лет кропотливого строительства. Данный телескоп сможет принимать слышимые радиопередачи на расстоянии более 1000 световых лет. Другими словами, если где-то там и есть разумная жизнь или что-то вроде того, то мы сможем ее не только обнаружить, но и услышать. По крайней мере, услышать оставленные ею радиосигналы. Телескоп FAST сможет вывести науку изучения космоса на новый уровень, открыв множество возможностей, помимо обнаружения жизни на планетах, находящихся за пределами радиуса действия наших нынешних технологий. Являясь наиболее чувствительным однозеркальным телескопом, FAST будет способен уловить наиболее удаленные источники радиосигналов и наиболее точно рассчитывать их радиальную скорость. Это позволит более точно определить местоположение этих источников. Этот телескоп позволит увеличить точность времени поступления измерений и излучений пульсаров. Это, в свою очередь, поможет в поиске стохастического фона гравитационных волн и приведет к созданию нового, независимого стандарта времени, основанного на долгосрочной стабильности вращения пульсаров. Кроме того, FAST сможет работать и в качестве очень мощной наземной станции для будущих космических миссий.